Грядущий десятилетний юбилей Государственного комитета судебных экспертиз – прекрасный повод собраться вместе и креативно отметить это событие. Так решили почти 70 представителей ведомства от Брестского региона. После чего сменили деловые костюмы на спортивные, пригласили друзей и родственников и, прихватив бодрое настроение, стали участниками коллективного велопробега. В рамках реализации мероприятий, приуроченных к десятилетию образования нашего ведомства, организованный сегодня проводится велопробег, в котором принимают участие сотрудники и работники управления Государственного комитета по Брестской области и подчиненных межрайонных отделов, а также члены их семей. Помимо стандартных целей велопробега, таких как пропаганда здорового образа жизни, сплочение коллектива, популяризация деятельности нашего комитета, мы поставили такую задачу, как сохранение исторической правды и памяти о подвиге белорусского народа в годы Великой Отечественной войны. Соответствующим образом был выстроен и маршрут велопробега. Его участники стартовали от главного входа в мемориальный комплекс «Брестская крепость-герой» и отправились колонной до территории музея «Пятый форт». Сегодня действительно хорошее настроение у всех присутствующих. Все мы находимся здесь в хорошем расположении духа. Это поможет нам объединиться в единый дружный коллектив, который способен не только хорошо работать, но и хорошо отдыхать. Погода прекрасная. Вы видите, сколько задора, сколько радости в глазах участников, потому что именно такие мероприятия спортивные, они как бы сплочают наш коллектив. И именно в канун десятилетия это очень символично. Не случайно была выбрана и общая протяженность велопробега, где 10 лет ведомства символично приравняли к 10 километрам в пути. После неформального общения и специально организованной программы на конечном пункте маршрута участники с ветерком вернулись в его начальную точку. Людмила Лагодич, Александр Воронин, Юрий Лимонтович, телекомпания БУК-ТВ.